богатый вечер. Полила я владения свои. Надо куда-то пристраивать, а уже некуда, не знаю куда. Так. Так, а у нас тут что? А у нас тут мангал. Так. Угу. Что несем, Константин Александрович? Да. Что такое принес? Мясо. Какое? Индейка? Да. Угу. Так а свет-то есть же. Есть, да? Вот провод-то вон от лампочки-то сверху. Да? Да. А лампочка там есть? Была. Там розетка, что ли? Ну, розетка там же тоже в туалете. Так вот же удлинитель есть. Не, оно его хватает, провода-то. А где сам провод? Там. Там было, я не знаю, его не отрезали. Здесь я имею в виду, где конец. Там он был. Смотри, только он, конечно, провод уже такой. Так, твоя, короче, красота. А. Ну что, мои дорогие, время 11:20. Машинка стиральная достирывает. Так, я посуду помыла. Расходимся спать. Поужинали. Это вот мы уже ужинали вот буквально 40 минут назад. Пока у нас индейка пожарилась на костре. Поужинали. Я попила чайку. Съела зефир в шоколаде. Вопреки всему. И теперь довольная иду спать. Надо свет выключить. Тихо, когда машины не ездят. Так где-то собаки гавкают. Здорово, когда так тихо. Ладно, мои дорогие, спокойной ночи. Утром встретимся. Попрощалась, а сама не могу. Надо ж поделиться эмоциями. Сейчас смотрели новый выпуск Антона Птушкина про Намибию. Ой, я его обожаю. Господи, как он снимает. Вот дар Божий у человека. Так снимать пустыню красиво. Просто вот описать невозможно. После того, как он стал сам снимать видео, ну, когда ушел из «Орла и Решки», я перестала смотреть «Орел и Решка». По сравнению с его видео, все эти «Орлы и Решки» и прочее,
такое дерьмо. Так что вот так. Сейчас перекурю. Пойду еще надо посмотреть, как дела там на Ютубе и на Яндексе. Потому что совсем времени не было. И Александре я не перезвонила. Закрутилась. Так что уж, Александра, простите. Завтра позвоню. Ой. Не хватает, вот, девочки, мне не хватает 24 часа в сутки. Не хватает. Ведь еще и спать надо. Мне бы хотя бы 48 часов. Вот какой-то кот пошел. Пошел проверить. Может, есть чем поживиться. Такая тишина. Прям. Так, такая тишина. И выходит Костя. Я думал, ты уже наверху спишь. На горшке пока посидел. Да, но тут свет, конечно, вообще светлый. Да, тоже столько места пропадает, да? Да. Доброе утро, мои дорогие. Не спала ночью. До 3 часов. А потом все равно 6:30 встала. Думаю, надо пойти розы пообрезать. Белье из машинки вытащить, что ночью постиралось. Надо туда вглубь залезать. Встала, пошла ковыряться. Ну, опять жара будет. Вон как тихо. Не облачко. Красота. Тишина такая. Сейчас Сашруля проснется. Скрик, ор. Осталось 5 дней. Через 5 дней они уедут. Так, что-то телефон не выключается. Ну, вот и этому кусту пора пришла. Пообрезала. Остался вот этот куст. Вот этот. И там еще. Ну, скоро. Скоро все отцветут. Будем ждать, когда они потом еще зацветут. Доброе утро. С утречка до ворот дело дошло. Я тут думаю ленту по кругу примотать, да, вот так, чтобы не уйти никуда. Витя не успел выздороветь уже за работу. Все вчера поотпиливали. Зизифус. Все попилили, что могли. Виноград попривязывали.
Все делом заняты. Таня вон черешню посадила. Саша у нас крутит вентилятор. Вот. Она крутится немножко. Немножко. Что? Играл. Пойдем, я тебе покажу. А у меня вот такой фронт работы. Вот это все вымыть надо. Ну, я тут начала уже, в шкафу вымыла. Так все попротирала, тут помыла. Вот жду, когда высохнет. Мне кажется, такое же все и будет, потому что вода белая просто, как молоко. Ну, ладно, посмотрим. Просто завтра Миш приезжает с семьей. И куда их спать класть? Некуда, надо вот убрать, кровать поставить. Вот так вот. Вон тут, видите, все что творится-то. Погром. Ой, вот мне писали. Комнаты маленькие. Такие строят здесь комнаты. Потому что летом вся жизнь на улице. В них только спят. Зимой только. Но зимой у нас вот электрический котел. А люди, кто печку топит, им нафиг нужны большие комнаты-то. Это ведь надо протопить все. Так люди такие странные. Это кто сейчас строит, там строят большие комнаты, у кого газовое отопление. А так-то эти же дома-то строились-то. Фиг знает когда. Уж какие достались комнаты. И то здесь были совсем не такие комнаты. Это еще мы сделали такие. Здесь не было ни кухни, ни душа, ни туалета, ничего. Маленькие комнатушки на две детские такие кроватки и все. Вот у нас получилась спальня, вот эта вот, да, комната, ну как гостиная, кухня, и там туалет с душем. Получается, ну, в общем, три комнаты, да, так-то, небольших. А было тут четыре комнаты. Совсем маленькие. Не знаю, мне вот так вполне достаточно. Да и летом хватает. Все вон на улице. И стол там, и телевизор, и вон кровать вытащили. Так теперь на ней не пойми чего. Видали, молотком стучит помощник-то. Помощник. Помощник. Что-то как погода, что ли, портится. Не портится, а хорошая погода. Да? Да. Голый. Да я... Давай, молоточек убирай и убегай отсюда к мамочке. Да я бы дождя бы не было, вот что. На воскресенье планируется дождь. Да. Сегодня у нас что? Ливень? Пятница. Второе. Третье, четвертое. Пятница. Третье, четвертое, четвертое будет. Сам голый, но в пинжаке. В сварочном. Сам не смотри на сварочном. А я не смотрю. Водичку везут. Я только Сашу спать угомонила. Я думаю, сейчас полежу с ним полчасика. И звонят, воду везут. А наши на жаре все там с воротами. Варят чего-то. Опять 30 в тени. Каждый день стало. Все жаловались, плохо было, холодно. Зато теперь хорошо. Жарище. Вот теперь вот ветерочек спасает. Когда все-таки в тридцатник ветерочек дует, полегче. Вот.
Вот, водичка едет. Ну вот, калитку уже все сделали. Она тут не открывалась нифига. Ну все. А, вы трубу надставили, да, выше сделали? Ну, трубу так она это. Вот эту вот, видишь, новую трубу приварили сюда, ага. Чтобы ровно было. Она не столб неровный же, он весь такой. Ну, по трубе потом все покрасили. Калитка-то какая здоровая. Но она зато открывается нормально, ничего. И ворота, я говорю, хочу, чтобы так же все. Чик и все. Щек закрыл без напряга. И все. Покрасить все это дело, все железяки выкрасить. А эту хреновину заменить на какую-то привязку. Да? Угу. И ворота также поднимем немного, вот, чтобы не это, подсыпем здесь. Все, они будут чуть выше. Все будет двигаться. Ну, чтобы правильно. Собаки не лазили, подсыпать. А ты там. И все. Правильно. Выкрасить, вычистить, все поравнять. Да. Молодцы, что сказать-то. Сделайте. Я ж не за похвалу, я так, чтобы, ну, это, так. Чтобы ты на задний двор там выходила. И я подумал, в таком случае не обязательно выходить туда, понимаешь? Я в плане замка. С замком мы решим, конечно. Ты там раз внутри закрыла, а здесь вышла, и тут на замок. И все. Ну да. Тоже как бы, ну, да. Замок единственное поменять. А тут закрыла и пошла. Да. Ну, видишь, они не открывались, так я ими и не пользовалась вообще. Ну а так мы приберем здесь все потом, еще и машину можно поставить, и все, что хочешь. Да. Деревяшки все эти надо выпилить, хочу доски вот эти все распилить и сложить тебе здесь и где-то. С дровами. А я, пока Саня спит, вот такое зеркало сделала. Мне так понравились вот эти вот лампочки с кактусами. Эти-то, не знаю, такие миленькие. Я их себе на телефон сзади наклеила. Вот. И вот сделала зеркальце такое. Завтра Миша приедет ко мне с девчонками. Я им подарю. Девчонкам понравится. Вот. И, наконец, что-то сделала для себя. Сделала два украшения вот таких. Я их буду вместе носить. Вот. Ну, они на человеке-то они по-другому смотрятся. Здесь вот выгибается вот эта проволока. Потому что тело-то у человека другое совсем. Вот, у меня же есть такие серьги. Езжай, езжай. Магазин собрался. Вот и серьги у меня такие, и браслеты есть такие. Вот как-нибудь выгуляю. Ну, это я отдельном видео сняла, вам покажу. Вот Мира приходила, ей тоже понравилось. Я говорю, ну, сделаем. Ну, такое точно не получится, но... Вот такую я нашла еще. Камни у меня есть крупные. Такие дерево есть. Так что сделаю. А, и наконец-то Оксаночка нашла я твои бусы. Сейчас займусь. Ну, конечно, мне бы хотелось, зайка, если можно, подожди. Лучше вот 5 дней еще мои уедут, чтобы я села и спокойно подумала головой и переделала как надо. Потому что вот это урывками, это не дело. Хочется прям хорошо сесть, чтобы целый день был свободен. И сидеть, и наслаждаться процессом, а не так, как у меня сейчас. То одно надо делать, то другое. Бросила, побежала. Ну, в общем, вот так. Так, завалили ворота. Классно, чё?
Хорош. Всю норм, да, гоняет все. Хорошая машина, да. Да, вот жара спадает, и опять работать начинают. Так, а сейчас Таня поехала с мальчишками на море. А я пойду мыть опять дом после ремонта. Ну что, мои дорогие, потихоньку вымываю. Ну, еще не раз мыть придется. Оно высыхает и опять белое. Сейчас вот кухню домою, пока мои на море. Вот. И на сегодня можно будет успокоиться. Завтра еще разочек помою с утра. Попротираю. Вот. А то приедут ребята. Надо их будет тут на ночь устроить. Вот так и день пролетает. Чего-то кружится, кружится. Ой, мои хорошие, как я рада, что я купила вот это ведро. Ну, просто надо еще побольше купить. Замечательно, мне очень нравится. Я как-то ведра... Вон, видите, надо еще пылесос помыть. Ведра, они почему-то мне бьют по ногам. Ну, вот обычные, круглые, да? А тут взял... И все. Приходила Мира. Забрала свой заказ. Ой, я так рада, когда людям нравится то, что я делаю. Мне это так вот приятно. Вот, приглашала меня в гости. Вот как мои уедут, в гости к ней схожу, поснимаю. Она очень интересная женщина. Я ее запомнила с первого раза. Просто когда-то увидела ее на остановке и запомнила ее сразу. Она такая маленькая. Но так интересно одевается, ярко. Я ее сразу запомнила. Привет! Накупался? Папа ворота делает с дедушкой Витей. Где папа? Арбуз. Молодцы. Ну ладно, все дела переделали. Половину ворота сделали. Я вымыла там дом. Ну, закат-то еще рано снимать. Время 8. Сейчас мои поедут на квадрике кататься. Завелись там с той стороны. Тихонько, хорошо. Смотрите, дерево-то практически засохло. А в том году еще ничего было. Сейчас прям... Вот это куча убрали бы хоть. Чего толку они эти ямы засыпают? Видите, вон ямы какие. Засыпают, засыпают. Довольный сидит. Поехали коров смотреть, лошадей. Где он Мурманский-то увидит? Коров да лошадей. Это тут еще поблизости овечек нету. Вон они. Покатили. На новом кашпо сохнут тряпки. Смотрите, какие две здоровенные розы. Здоровые. А вот это вот, наверное, только распускается. И тут еще будут красивые такие.
Ну вот, прошло полчаса. Мои накатались уже. Вернулись. И вон какое солнце-то. Ой, девочки, так день прошел, что я даже не нашла минутки чего-нибудь даже глянуть. Вот только вот так вот два раза села, там по 5 минут видео выложила и все. Ой, господи. Не знаю, что-то я так стала уставать и медленно все делать. Раньше бы я это все сделала бы за полдня и... Даже сегодня инструмент в руки не взяла. Хоть бы пару бусинок с ней. Вся в делах. Ну что, мои хорошие, как у вас-то дела? Вот я вам все вот рассказываю, говорю, да, докладываюсь. А как у вас дела? Не знаю. Вы бы мне, может, хоть в комментариях чего-нибудь писали бы коротенько. Мне бывает пишут там, что вот там на огороде чего-то там это. А вот так вот, знаете, чего прям хочется? Иной раз подумаю, вот так бы собраться. Ну, хотя бы вот, не знаю, хотя бы человек 5-6. И прям сесть, и тра-та-та, тра-та-та, у кого чего как, кто, ой. Да, вот этого не хватает. Я говорю, вон Мира даже заходит и прям ля-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 ля. Чё я со своими, что я с ними, много разговариваю? Нет? Ну так, что-то посидим, когда там ужинаем или чего-то. Так-то все своими делами заняты. Сейчас пойду арбузика съем. Таня на море ездила, арбуз купила. И мальчишки набрали шишек. Вот там, где она заложила картоном, она говорит, надо засыпать шишками для красоты, а то больно страшно. Ну, значит, засыпем. Ладно, лапуськи мои, давайте прощаться до завтра. Надо пойти отдохнуть, поесть чего-нибудь. Да и чего, сейчас уже часик-полтора, да и спать надо ложиться. Давайте, пусть у вас все хорошо будет. Пусть у нас у всех будет все хорошо. Ладно. А у нас в воскресенье обещают дождь. И опять не на один день. Так что, ребята, последние дни будут в дожде. Солнышко заходит, не хочется уходить. Я так люблю смотреть, когда солнышко заходит прям за горизонт. Плохо, вот машину сдали, не съездить никуда. Марина с Сережкой, когда вы приедете? Наверное, в сентябре. А до сентября еще далеко. В Оленевку едут.
солнышко, то вроде за разговором так быстро заходишь. А тут стою, смотрю. Оно никак. Как пролетает время, вот уже июль. Сейчас не успеешь оглянуться. И лето кончится. Ой, жизнь пролетает, господа. Что там про лето говорить? Надо бы радоваться каждому дню, а тут некогда с этими делами. Только очухаешься. Ты вроде встаю рано. И все равно раз и нету. Ой, девчонки, вы знаете, ночью такие звезды. Небо черное прямо, звезды, звезды, ой. Я что-то рано, если лягу спать, просыпаюсь часа в два. Лежу, встану. Пойду на улицу, выйду, посмотрю. Думаю, жалко, телефон не берет. Я бы вам небо поснимала все в звездах. Ну все, заходит. Красота. Я говорю, вот так иной раз задумаешься. Нас не будет. А оно как заходило, так и будет заходить. Как вставало утром, так и будет вставать. Пока эти ненормальные люди не отравят в конец землю. Или вообще не взорвут. А может и ничего. Может, люди поумнеют и будут беречь то, что нам осталось хотя бы. Ну, пока, солнышко. До завтра. И вы, мои дорогие, давайте до завтра. Хорошего вечера вам, спокойной ночи и всего самого-самого доброго. Завтра увидимся. Давайте, я вас целую, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие. Пока.